скрутилась перед ложным, блядь, порталом в Доларане в Агримар. Сука. Так, значит, по бафам вроде сказал. Ставлю лут. Хилы, значит, пятая пати. 4 хила там. Все в хилах. А рыба да есть? Нет? Рыба. Рыба есть? А почта есть у кого-то? Все, давайте, без рыбы чек на пул. Уничтожатор танк, на него на пулы 2 ханта. Так, жрис ПД, антицигурец, хавкер, чего не хватает? Кралька тут? С кралька еще подойдет. Жрис ПД тут? Дайте покушать-то. Да, зачем смотрите. Шаман ставит на этот на тотем на ману? Не мне, пожалуйста, так. А что ты написала? Что? А, хорошо, хорошо, хорошо. Так, будет, если что, у нас или вместе. Еще раз чек на пулы начнем. Она лампочку меняет, ребята, представляете? Это, мутант все готовы, на счет 3. А, давайте, у меня маска. Геро. Че, дискон, ребят? Дискон, нет? Нет. Меня выкинуло. Страшно, в луже не стоит. Шанта разбейте. РДД развернитесь, разбейте. Шипы бьем сейчас. Шипы сильно. Развернитесь, разбейте шипы. РДД. Вихри приготовились. Захиливаем рейд, в лужах не стоит. Милики, не бьем босса. Ждем шипы. Звездочки стоим, милики. Это кралька, ничего страшного. Шипы все. Разбили шипы. В лужах не стоим. Если бежите по луже, дев прожимайте. Да, мутант, что ты там за макрос скинул? Его нажимаю, выкидывает. Он тебя кинул. Волф какой-то вирус тебе скинул, блядь. Отвечай, два раза уже. Так, по... босса отведи немножко, зашли за спину. Бьем шипы, развернулись, шипы бьем. Все шипы быстрее, милики. Лужа не стоит. Приготовились, разбили. РДД передний бьет. Санта. Эрдру, хан, это. Эрдру, босса беги под. Отошли из лужи. Шипы. Единственный выход это вихрь костей. Убиваем этого дурака. Идем на трэш. Мутантов танка. Лесните. Лесните кральку, пожалуйста. Мутант, что там за макро скинул? Ролик ну, реально... на мейн. На оф ролим. На оф. О, лучше готов. ГЦ. Ой, я по привычке, как 25 обычки, те, ну, отменяю, типа, ГП сейчас сколько там, 77, да? 58. Вроде так. Нету почты ни у кого. Бис на холи приста, на мейн роли. Ну и на редру. Так, половина это сколько там? Где там аддон, блядь?
Слышь, Войт, у меня еще эти макросы с ги выкинуло. Кинь, пожалуйста. Че выкинуло? С гильдии выкинуло. Я мутантовский макрос нажал. Ты дурачок, блин. Я, у меня нет прав. Пиши варенька или васагу. Мутант, ты мудак. Вот это ролим 10%. Сука, да ну нахуй. 10% ролим. Пачку правую берите, потом левую. Две пачки сразу не агрите. Кто в рейде может принимать, ребят? Ну там тебя кинул просто. Я сам нахуй. Зачем ты жмешь макрос? Ты его хоть прочитай. Ну я попросил макрос на раскол брони, блядь. Юзай раскол. Хорошо, блядь. Блин, я даже на форуме их всегда проверяю, смотрю. Все правильно, надо проверять, вы чё. Несерьезно это все, конечно. Ну нафиг так угорать, ну так, ты мудак. Ну скинди, давай 2 КГП тебе сейчас начистим. Да танк давай, ты. Ну, если что, тебе повезло, что у тебя есть видео свидетельство того, что это не ты виноват. Так что мне сон голды, пожалуйста. Это просто высший уровень троллинга, пиздец. Паучка, паучка, танки. Че вы там? Один моб, он и так умрет. Диспельте магию всякую там, плохую, нехорошую. Значит, слева будет танчить мутант уничтожатор. Первый на боссе будет уничтожатор. Мутант с лестницы и левого моба. Справа будет поклонская, как обычно. Бьем сильнее жуков. ГП будет с первого трая. Кто хлопает буков. Хотя у меня аддон не пишет, но я думаю, у кого-то есть аддон. По контролям там три метки есть. Три, по-моему, там. Мутант Рогуля. Квадрат, месяц и трусы. Так вот, сейчас контроль вытащу на панельку. Квадрат контроль я, месяц контролит Кралька, трусы Сенза. Ну или не Сенза, давай Казян будешь стан давать. Казян контролишь трусы. Я квадрат, Кралька месяц. Ну типа мы вихрь даем, ты стан. Ну или какую-то херню там. Все, отпиваемся. Трэш обязательно все бьем, переключаемся, прям без исключений. АДК, курики, все бежите ножками и бьете трэш. Трэш бежит. Посмотрим, кто плохо бьет трэш. Рыбки нету, ничего страшного, без рыбки убьете. Потом на трэше слетает, кто-нибудь Долоран возьмет, если у кого-то есть. Напишу макрос на жрец ПД. Секунду. Жрец ПД тебе лью, Кралька, если что, льешь Ригелю. Вот жрец ПД, если что, кричи, ман, надо будет. Все, чек на пол. Начинаем по макросу. Значит, хавкер здесь. Хавкер, быстрее. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Пока бьем, пока бьем. Танки собираем в кучку трэш. Побежали трэш. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Так, дали вихри, дали контроль быстренько, я дал своему. Опа. Вставай, жрец ПД. Да я знаю, Кура. Второй вихрь кастовал, он тебя прям одним ударом убил. Вставалка есть? Ага. Хилься. Залил тебе маны.
у тебя инра. Трэш бьем, алло. Сильно трэш. Раздали контроль, эфиры. Бьем пока. А, все, переводим. Босса в центр. Босса в центр. Когда скажу трэш, всех трэш. Вот сейчас появился трэш, в трэш глазки перевернули и смотрим. Бьем трэш. Трэш убили. Духов не ловим. Убили, леди бьем. Духи появились, внимание на духов, отбежали от них. Беги, беги, шаман, беги, кто там? Милизона, беги. Смотрим, духи исчезли, бьем леди. Контроль секунда. Раздали контроль. Огурец, не убивай никого, снимай шлем. Зараза. Пыльте потом в жабу. Дал фирму. Расфирьте их, выживаем. Диспел. Диспел, бьем леди. Приготовились, дух, разбежались от духов. Быстрее от духов, не ловим духов. Трэш повернулись, бьем трэш. Звездочку поставил. Бьем трэш, силь. Духи разбежались от духов. Бьем трэш, последнего добили. Бегите от духа. Бегите, контроль даем. Отлично. Духи разбежались, Мелизона, бегите, бегите, бегите. Так, захиливаем, блядь, захиливаем, нормально. Давай, рост если... Угу. Приготовились, скоро трэш. Духи появились, Мелизона, разбежались. Разбежались все, духи на вас летят. Всех трэш. Поставил звездочку, бьем трэш. Захиливаем рейд. Сейчас будет контроль, приготовились, пока бьем леди. Духи появились, разбегаемся, даем даю месяцу. Все, захиливаем. Так. Не буду никого поднимать, так добьем. Добиваем леди. От духов бегите. Все, добили эту дуру. На трэш. Господина, ваша смерть. Что-то кому-то надо будет, скажете. Нибелунг, можно за просто так? А что там? Ты его носить будешь или как? Ну, типа... Но в PvP... Не, если кому-то надо, ты вообще в PvP хотел только. Что там, кроме Нибелунга? Ну, кольчужные тапки и штаны. Надо такие штаны кому-то? Можно без штаны. Хуя себе, блядь. Я помню, их Спиди одевал на Фурика. Благодарю. А, их не только Спиди одевал на Фурика. Виртуоз, блядь, долбоёб одевал на Фурика. То есть все, кто одевали штаны, там долбоебы, да? Если вы поспешите, то еще... Да они нахуй не нужны. Я до этого думал спросить, что ли, нахурят эти штаны потом, ну его нафиг. Раньше их одевали, когда мастерства не надо было собирать. Ну да. Соню работал, особенно одевали эти штаны. Это ты, Васап? Угу. А ты кем вас здесь? Хпала. У кого-то сейчас бой будет, убьем вот этот толстых там на лестнице. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Прихода молота по местам. Thank you.
Твой есть у кого-то? На коне. Нету. На коне садимся на корабль. На корабле БДК. Ой, летает БДК. Ранцы берем без исключения, все милики обязательно. Выпускаем. Главное сила. Чего? Смотреть, сейчас покажу. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом. О, кто-то мне письмо. Блять. Сейчас на самый верх залезу. А, ну туда-туда. Прикольно. Мы залазили туда, на мостик, и на вражеский корабль тоже там за спиной муравьи настояли. Но это не так прикольно, как слезы. Слезы, да, все очень прикольно. Это мега прикольно. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сова же должна топ по трэшу выдавать, да, если она бьет? Сейчас вы ответите перед Солфангом! Значит, на сурке будет у нас конкурс. То вы просто этот дезопат не действует на 90%. Ну да, потому что он как типа отдельная атака идет. Не уешка, то есть каждому приходит группа полноценно. Скралька, смотри, там осторожно. Заберите скральки, ну она сейчас помрет. Забери этого пехотинца, она долго. Полетели, бьем. Танк есть, габу прожми, все, убегаем. Валера вылет, этот портопал поклонская ранец брал, да. Давай будешь летать. На нашем корабле остается мутант и феникс, вы танчите трэш, таунтите мобов. Не забудь нас отдавать на сержанта. Валера тут. Валера тут? Где он? Он же не упал? Ну все. Так, полетели. Колдуна быстрее. ДД летим, все бьет. Летаем. Трэш завешали. Оружейники, огонь! Кто-то, сержанты, бой! Давайте пушки сильно. Покажите, на что способны. Все равно будет заморозка, походу. Сейчас ты умрешь. Приготовились, полетели. Ага, да. Вера. Летим, бля. Походу там все прожали. Двоечку. Сразу запускайте с рука. Да какой расстрап, если не прилетел? Кого? Значит, сразу запускайте с рука. Будет конкурс. Сова. Сова. Если... Слава. А, ДД, да. Можно или 4 хила будем бить? 4. А то кто знает, как они трэш будут бить? Будет много. Да мест. Ты гонишь, что ли? Спека его наньте. В ДД. Ну давай, ну подожди. Подожди, вот Ригель там 6.1. Сенза слабый. Ничего. Так что, нет, будет. Ты будет нормально. Хиле. Все, успокоились. Эй, блядь. Каскую лапу Шуману дайте. Если я не уверен, значит будьте в хиле. Нормально все. Просто трэш бейте и все. Так. Дайте рыбу. Рыба попала, дайте. Кто выше ППР? Лапу дайте и каску Шуману.
Рыба в центре. Кого зелье быстро? Пристабав, дайте, пристабав. Есть кто? Значит, смотрите, кот, вы, рога, там, демон. Переключаетесь, трэш и бьете. Чем быстрее мы убьем, тем лучше нам будет. Мы не вайпаться пришли. Если падаем, 200 гп будет тем, кто не бил трэш. Абсолютно, маг вы там, не знаю, не маг. Не канает сейчас. 200 гп это плохо. Сегодня я исполню это обещание. Вспомните слезы, когда каждый член рейда работает на рейд, а не на ДПС. Не, ну на сырке это невозможно. Я не понимаю, Гидерона с нами нет, что ли? Ну ладно, приготовились. Во имя короля Лича. Хорош. Так, КД. Сейчас 10 секунд. Приготовились трэш, все в трэш, да. Секунда трэш, приготовить сильно в трэш и карте. Еще один рост дайте, пожалуйста. Так, будет еще последний трэш, его надо убить быстрее, чем предыдущий, и тогда добьем. Не будете бить, вайпнемся. Сакру там, даже давай Сакру. Сильно в трэш. Все, добиваем. Открывайте портал, все в портал идем. Наручи ролим на мейн. Помним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Ты один, что ли? Вообще замечательно. Потом ГП там накинешь, когда зайду в гильдию. А тебя в гильдии нету? Ну я же тебе говорю, макросом выкинул, мутантов с кем я. Я понял. Защитите. Кто выше, скажите, пожалуйста. У меня 72 там было. Чего 72? 72 приоритета. Не знаю, дальше. Ну я цифры не знаю, не подскажу точно. Ну у кого сейчас сколько там? Из ролющих. Чё там упал-то? Наручи упали.
Слушай, я даже не знаю, как с тобой поступить. С твоим этим самым. Ну кто там в онлайн? Отдам онлайн. Я... Есть? Не знаю, короче, мутанту спасибо. Это самое, 72. Я просто ну, не вижу. Я отдам сейчас по таблице, а потом порешаем что-то. Ладно, ладно. Что забей. Иригель, если не ошибаюсь, выше, да? Мутант обрыгался. А обычные токены там какие? Так, обычные. Два покорителя. Твой, можно отойти буквально 2 минуты? Да. Только не всем. И так, одну вы убили, давайте вторую. Ровно по центру идите, не обходите никуда, ровно по центру. Ладно, зависла, дура. Где у нее спина не нужна? Интереснее, чем четвертый? Нет. Че, слабее что? Такая же муть. Слабее. Ну, да, ничего. Блядь, без Рагнара не то нахуй вообще. Ну, да, Рагнар такой колоритный персонаж. Милики будут вас пробивать, смотрите, отходите, если что. Две лужи сейчас осторожно. На ближайшем корабле огонь сосредоточить надо. То есть на звездочке. И давайте сначала за уешим все. Ретрики стан, пула уе даем, нет. Сначала пула уе. Сильно звезду. Вторую. Поднимите там. А, никто не пал. Уже привык, да? Там сколько ДПС рейдов? 290. Мало. Ебан. А я думаю, хули я так шпшки мало. Дал. Гидерон зайдет, что-то писал. Это видишь, без гидерона еще там десятка была бы хотя бы. 300 есть, считай. Смотри, как пуги добирают, пишу. 1 ГД, ЦВК 25 ГД. Наши вылетели, да? Отходим назад. О, нихуя-то.
Хуя там, обычку соберет синдролич сходить, что ли, блядь, вторым окном. За тальк. Назад, назад. В ворота ее заводим, уходим сюда, чтобы вторую не сагать случайно. Гидрон ничего не писал, скажите, а то я его сейчас уберу. Она? А кто это она? Какой у меня еще? Нарксия. Она в РК хоть говорить умеет? Давайте вторую псину, выходим сюда уже. Пока ловушки не трогайте никто. Кэш будем, черпец. Где люблю все. Мелкого. Зауешьте. Убейте, он стан дает. Кромбик Право один, одно тело, я влево бегу. Стан ретрики. Пошли на гнилого. У босса шкаф ставим. В рендже будут стоять два ханта, три ШП, Элим, Афлик, Сова. Сколько это уже? Два ханта, три ШП, пять, Элим, Афлик, Сова, восемь, и протопал, девять. Демон, портал тоже заранее ставь на рейндж, чтобы если кто-то умрет, сразу портанешься. Кто демон, кстати, из них? Ну-ка. Он летает, я так понял. Нет? ШПшки на РНЖ, да? А, ганчер. Да, три ШПшки на РНЖ. Грызть. Чё такое? Скис, мут... Потом обратно пойдем. Так, на РНЖ. Стали, дайте портал Локи. Шкаф, точнее. Чек на присутствие. Ёлка тут? Ёлка. Ты на рейндже стоишь. Нету елки. Значит, демон тоже на рейндж сразу. Елка, прием. На сурка что ли стоит? С один цимон кинул. Шрубца смунули, да? Забавьте пока вара. До 9 принесем. Нет. Ты угораешь. Изи же. До полдесятого. Давайте, значит, демон тоже на рейндж сразу. Потому что елки нету. Если кто-то умрет, скажу магу выходить. Банаква плюс. Чек на хуй. Макрос. Вот
убегайте. Сука. Пизда. Так. Давайте, два шамана на рейнджер, Дру на рейндж, маг на рейндж. Я поднимаю шанана. Какой нахуй шанана, лучше меня поднимать. Сейчас. Тогда. Ганчера поднимаю. Или кого я шанана уже отдам. Это. Ральфа, поднимай шанана. Ой, ганчера. Не падайте. Сенза, поднимай Крейзи Брейн. Третья падешь. Готовились разбежаться, милики, внимание. Побежали с центра. Ушли со своих мест, где вы стояли, там сейчас слизни упадут. На рейндж все встаем, хилы тоже. Вернулись в центр. Че? Че за баг? Да, ебать. Все, заходите в лужу. Это херня какая-то. От чего вы там умерли все? Вы заблевались, что ли? Или как? Да, заблевали. Да, они там все в толпе стоят на рейндже, им насрать. Так, поехали, значит. Crazy Brain, как ты умер? Меня заблевали. Кто? Да я ебу, блядь, кто? Там три человека рядом со мной стояло. Давайте, рейнджа, я... значит. Рейнджа, рядом со мной, не рядом со мной. Сейчас вы все 9 человек. Протопал, ты заблевал кого-то там? Нет, Поклонская, как ты бегал там, нормально? Сейчас я скажу, кто там заблевал. Давайте, или говорить, или вы сейчас все по сотке получите. Будете учиться на рейндже стоять. Даже что-нибудь учиться. Шипешки там не могли сместиться. Все должны сместиться. Либо вперед, либо назад, либо вправо-влево. Если вправо-влево не получается, тут одна лужа. Не две, как раньше. Клон, клон, ШП, клон. Он тогда забивал. Клон, как у тебя дела? У меня все нормально, только почему-то никто не двигался. А, ну да, да. Так, сейчас либо кто-то один получает 200, либо все по сотке. Как будем делать? Давай мы. Инни, Пати, слышь, Войт, у меня забагался. Плюсы никуда-то не вижу. Бегите сюда, все бежим. Локи, ставьте шкаф, если кто-то будет долго бежать, суманем. Вон, я в гель-чат писану. Кинь, Пати. Угу. Не, все равно, сука, бага, ща. Почему в рейдах обычно нету, не происходит такого дерьма? Почему три человека блюют обычно? Давайте, на счет три получает 9 человек ГП по сотке. Раз, два. Бляди. А, в смысле, бля, 9 человек, если я, допустим, отвалился уже от недохила? И мне за то, что меня... не захилили, получить сотку ГП? Ну ты никого не заблевал? Как у тебя? Как я мог заблевать, если я умер от недохила просто? Я тоже, кстати. Я в этой 9 число, 9-9 был. И мне за эту сотку ты хочешь накинуть, да? Короче, я вас предупредил, ребят. Еще раз такое говно происходит, вы все по 200 получите, все 9 человек. Не так ты, блядь, скажи, чтобы они отбегали. Почему, если, блядь, я сейчас не лужа, куда мне? Не вниз стоять? Лютый, не кричи, пожалуйста, я не кричу. Я сейчас вам объясняю. Все 9 человек... В смысле, вы, подожди, стой, дай я договорю. Вы все говорите, что якобы из-за меня все. А что, мне в луже надо было оставаться и там и рыгать? Слушайте, подождите. Послушайте внимательно. Смотрите, 4 точки на гниломорде. Вход, вот эта дверь. И 3 вот эти черепа.
по два человека у каждого черепа и у входа становится. Все. Вы никак друг друга не заблюете. Два человека. Один стоит ближе, другой дальше. Лужа с одной стороны, смещайтесь в другую сторону. Если разливается с другой стороны, просто прыгайте сразу в другую же лужу, она и сразу же исчезнет под вами. И все, по два человека стоите. Не толпой 10 человек в одной точке. Все, слышали? И не сам... между черепами, не между черепами. Под черепами стоите и смотрите на экран, откуда будет выливаться, куда вам сразу смещаться. Назначь по два человека у каждого черепа и два человека у входа. Все, если они тупые, не могут это. Ну давайте назначим. Значит, у входа, от стороны входа два черепа, это два лока. С противоположной стороны два ханта. Слева, вот здесь слева, где вот я котом показываю, здесь стоят Crazy Brain елка. Справа, вон там вот, два черепка, будет стоять Кралька и Клод. Значит, протопал бегает между ними, смотрите там... Протопал отбегает, там отбегайте от протопала, и все нормально будет. Чек на пул. Фул баф. Только про бафы баф не забудьте. Так, лапка есть, вроде приста баф есть. Кулак коту, кулак есть. Кулак от фантом. Бейеров нет, сейчас дерьма никакого не делаем. Идем нормально, все. И тут ИП так просрали. Бунако тут, бунако. Чем купить там? Да там фантом кричал. Так, Кралька справа, это вот, вот тут вот. Вот сюда. Вот там два черепка, с клоном стоишь. Вон он, клон, клон. Так, все, поели, чек на пол. Понимаем, готовюсь, хавкер, сансара, елка. Куда ханты встают? Елка, ты молодец. Напротив входа. Где я стою, подходи вот ко мне, ко второму ханту. Crazy Brain, объясни елке, где вы стоите. Вон он суманулся. Слева стоишь, елка, если слышал. Еще раз чекаю. Принимайте готовность. Crazy Brain. Так, я тут, Войт. Макрос, да. Вверх. У нас тут большой. Там заберет. Человек, ребята, это очень плохо, захилы. Дай бог упадете из этого. Любительный газ, не толпитесь. В центре слизень.
или... Протопал забирай. Захилился. Ладно, хилим миликов. Перебежали. Захиливаем сильно. Пусть лежит, пусть лежит. Захиливаем сильно, центр хилим. Чешки отдаем. Ёлка гимна катает. Шлю. Перебегаем. Порталу тухлого поставить и рестник этого тела на мейн ролим. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Блять, ты же не в гильдии. Васап, у тебя есть права там в гильдию брать? Не. Сейчас Валера возьмет, он же говорил. Ему просто надо пересходить, а кто танчить будет? Сейчас там шкаф поставить, тебя все равно с ума не будет. Сейчас я зайду, у меня тоже при сумоне. Да. Это мейнами вы ливнули? Какого там звания было? У меня варенька был, вара, предатора. Насчет ПР я не знаю, я не видел. Если кто-то видел цифры, смотрите о, сами. Журнал, журнал же есть, там же все написано. А что случилось? Да макрос прожали и с гильдии ливнули в голове. Охуенный макрос, да? Че, еще один прожал? Мутант, это ты? Да-да. Как лохов просто, разве? Называется макрос. Ой, блядь! На раскол брони. Ну а кто еще там покидает? Ну, Томбу тоже макрос прожал. Да вы гоните в натуре. С ЕП я не знаю. Валера, скажи, как заходит. Сейчас смотрите, две споры, трусы и квадратик, одна под боссом обязательно. Ой. И Шурупчуцу тоже макрос подогнал, да, красава? Мутант, тебе что ли ЕП затроллит дать, блядь? Я офигею просто, пацанов. Как лохов просто разговаривают. А они неужели не могут прочитать макрос? Там же понятно. Я автоматом. Ctrl-C, Ctrl-V. Это уже перед боссом было. Не делайте так никогда, ребята. Теперь уже не буду. А если там будет порно-сайт и волчат линковать, так вас забанят на 300 дней. Видимо. Да-да-да, Сабагот так улетел. Кадал бы и Хекселин кадал. Так, чек на пол. Сейчас упадут тапки, особое внимание, ребята, все делаем четко. Если пошел маг, будете тупить, умрете на едкой, тапки не получите. Только посмотрел из Вентуру, короче. Так. А, нет, не вижу. Ну, первую часть посмотрел. Милики, обойдите там, конечно. Кайф!
8 споры. Да, тупой. Да, я не хочу ДПСить, бью жезл. Давай, бей. Да я что-то, блядь, на циферки засмотрелся. Пизды. Васа, прости меня. Щиточек пробил. Ты давай дамаж, ты ниже меня, ёпта. Нормально, нормально, воин, все хорошо, дамаж. Выбежали одно тело, быстренько, хилам. Две звезды в мелизоне, ГП получаем. Хозяин, предатор, мутант, молодцы. Не дай бог один хил упадет. Предатор как раз и вынес. Значит, хозяин, мутант, по сотке. Кричите на ХП. Предатор на ХП. Прожались, Саку. Захил. Через ПД есть вставалка? Не, я тебя резну и маны залью. Вставай. Захил его. Захил шаманов. Чешки отдаем. Жри с ПД, вставай. Вставай, я тебя резну. Ладно, так, идем за хил шаманов. Хозяин мутант это сорт. Боб на протопау и все нормально будет. Ну что там, 10 стаков? Не, просто пойдет вырезать рейд. Ладно, смотрите, тап. Нихера. А, аж двое, блин. Прикинь, двое тапов попадет. Как и гниломорт. Молодец. Не знаю, мне пофиг, у меня они есть. На мейн рейд. На уф, это говно ролин. Сейчас. Хофа как водить? Колбы туда к зеленой. Да. Не рейд, потому что должны разрывать. Так, Феникс. Кто выше ППР, Феникс или Поклонская? Ребята, есть у кого дживс? На мейн ролим. На оф ролим пояс. На хаприста топ. А ты помнишь, сколько у тебя было ЕПГП? Ну, по жирному смотреть, когда последний раз он получал или... ГП или ИП. Кто сбрасывал, того журнал сохранил. Ну, точнее, да, по сбросу. Да, Олег сбрасывал, по-моему, я не знаю с кем в последний раз. Ну. Даже, он зашел, посмотрел, сколько сбросил. Знаю, я сколько не знаю, будет. Что в этом случае делать, кто виноват там. Вы, ребята, сами виноваты. Вы макросы и там. Ну сам виноват, конечно. Конечно. Мутант ИП. Мутант, даже не знаю, ну. Я не буду давать за троллинг, но это ну, нехорошо. Ребята тупенькие оказались. Никогда не делайте такого. Здесь, при чем тут тупенькие? Ну, прожал я, не знаю, игру. Прожал, не надо. Ну, ты понимаешь, ты же сам и создал этот макрос. Ctrl-C. Ctrl-C. Ты понимаешь, что ты... Тебе конфетку дают, и ты ее, ну, разворачиваешь и жрешь. Да, там говно. Нормально. Не, ну человек спросил совета, как играть, что лучше, что блин, для рейдера. Да не, нормальный троллинг, мне кажется. Не как раз подходящий. Я до этого не подходим сюда. Троллинг, конечно, нормальный, но я думаю, не стоит 2000 ГП давать.
тысячи, это, конечно, лишнее. Не, это будет еще лучше троллинг. Давайте. Пиздец, ты чё? Так. Будем переводить. Будем бить слизи. Или не будем. Нет, не будем. Будет кукла и рагу копить на двух слизней. Это, взгляд, ты придешь ко мне. У вас тоже, по-моему, рыба была, да? Короче, чё, вести сейчас зеленому слизню, будем стопать, бить сначала зеленого. Да, стопать будем дамаг на 86, я скажу. Через ПД вылетел, что ли, на тупом, что я вырезал. У нас 2 БР всего, так что не тупо. 4 топовых хила. Может, не очень топовых. Ребята, есть джипс у кого? Может, кто поставит? У меня одна рыба была. А почта есть у кого-то? Обидно. Резаем ману. Благодарю. Надеюсь, у вас штрудели есть. Жрец ПД, уже садись, ешь ману. Мы ждем, когда вы ману реснете. Банаква, дай столик там, что-то сделайте. Слизней бьют все обязательно, милики, вас очень много. Больше, чем должно быть. Поэтому ножками бежим до слизней и бьем. Хилы не сбегаются к зеленому. Так, поехали, четверо. Крейзи Брейн, сворачивайся. Сворачивай порнуху там. Алло, Крейзи Брейн. Крейзи Брейн. Зло, ебать, ты заебал нахуй. Макрос нажал. Крейзи Брейн. Альт-F4, самый лучший макрос. Да, злой, ты здесь, нет? Так, поехали. Сейчас ГПА начнем начислять. Волшебная кнопочка. Чек на пух. Смотри, сразу здесь. Как дела у тебя, Крейзи Брейн? Мы тебя не слышим, если чё. Поклонская, пей. Приготовились, милики подошли. Стопать будем, бурсты не отдавайте. Начинай, бьем босса. Бурсты не отдаёт. Бурсты на слизней. То есть на первый переход. На вторую герла. Двигаемся под зеленую. Внимание, милики, появится слизень. Стоп, по проку. Что переведем? А, давайте добиваем, добиваем. 5, нет, нахера. Сука, это я поздно сказал. Ну, давайте, у кого зеленый, бьем. Сбегаемся в цель. Давай точно. Да, падаем, че? Вот, сними ГП, блять, я по телефону разговариваю. Да ты бы хоть написал что-то. Да, я не мог. Я сразу мне позвонили, я пошел. В двух руках трубку делал. Иван, кому-то дать. Я просто. Локи тело не удивил. Что? Это еще откуда? Real talk. Сейчас он по-фонски умрет пока. Think about it.
Давайте Алексу очень перецелка. Это что, этот Скрудж Макдак? Давайте, черный плащ. Черный прыщ? Чири. Короче, блин, надо стопать, потому что кукла должна рагу накопить. Ну, мы не переводим, потому что кукла рагу копит на этих... Как они называются? Чтобы замедлить двух слизней на прихватке. Если будет красный этот догонять цель, Боб первый будет давать некист. Некист. Второй казян.